Тайская компания CP Group намерена расширить свое присутствие в России и сейчас проводит предварительную оценку площадок для возможной реализации проектов. Кубань-азиатские инвесторы рассматривают для сельскохозяйственных производств и переработки. Встреча прошла в Сочи во время проведения этапа «Формулы-1». Площадка сегодня не только для спорта, но и для деловых встреч. Но красивая форма, конечно, должна подтверждаться очень конкретным содержанием, которое будет реализовано в выгодных проектах. И я уверен, что в том числе и наше сегодняшнее общение будет конструктивным и результативным. И мы можем сказать, что наша компания занимается производством полного цикла, не только лишь от производства самой продукции, но и дальше уже брендингом, представлением более высокого имиджа для тех продуктов, которые мы реализуем. В этом смысле мы готовы работать здесь с тем, чтобы формировать здесь бренды, которые дальше мы можем продвигать. Среди проектов, которые могли бы быть реализованы в крае, это строительство свиноводческого комплекса и пектинового завода. Компания CP Group – одна из крупнейших в Азии, работающая больше чем в 10 направлениях – от сельского хозяйства до телекоммуникаций. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.